Итак, у нас сегодня 27 августа, и я сегодня получил очередную посылку из Китая. Заказывал я эту посылку 18 августа. То есть очень быстро она пришла. И вот так вот она выглядит, такой вот в маленьком желтом пакете. Давай сейчас мы ее распакуем, эту посылку. Посмотрим, что там пришло нам. Так, здесь упаковано. Ага, это флеш-карта должна быть, карта памяти. Вот таким вот образом упакован, там тоже пузырчатый такой пакетик. Вот такая вот карта памяти я заказывал. И вот такие вот адаптеры, сюда вот вставляется эта маленькая карта памяти. И в компьютер, тут их в комплекте 3 штуки. В принципе, по описанию все подходит. Сейчас посмотрим, есть ли еще сама маленькая карта этой памяти, или ее нет. Да, здесь она есть. Вот эта карта памяти, она на 8 гигабайт, как я и заказывал. Такой вот адаптер и 3 таких вот адаптера. Все сходит с описанием, я посмотрю, еще попробую, как это все действует. Цена такой вот карты памяти с такими 3 адаптерами составляет 3 евро 57 центов. Дошло, как я сказал, очень все быстро. Заказывал я 18-го, а вот сегодня уже 27-го я получил здесь посылку. Рано утром позвонил почтальон, я пошел, расписался за эту посылку и получил ее.